Привет подписчикам моего канала. Вот я взял такой тахометр померить двигатель. Тахометр механический, типа, как называется, типа часовой. Как он работает? Есть таких вот три штучки и циферблат. Здесь показывает обороты, здесь тысячи оборотов, то есть маленькая стрелочка. Вот, значит, надо запустить, он начинает щелкать. И в это время, когда щелкает, все, перестал щелкать, теперь он мерить не будет. Значит, запускаем и крутим. Ну, то есть сюда подставляем какой-то вал и крутим. Вот показывает, допустим, у нас 300. 300 оборотов. Точно так же на маленькой стрелочке, вот до единицы не доходит. Значит, третья часть, точно так же, 300 оборотов. Эта кнопочка, это сброс. То есть мы сбрасываем на 0, опять заводим и можем опять померить. Ну, сейчас я буду мерить обороты двигателя. Значит, есть еще в комплекте два вот таких вот наконечника. Это на... То есть, видите, здесь такой вал. А здесь типа внутренний вал, чтобы померить. И вот такой вот типа валик. Ну, то есть его, когда, допустим, крутится у нас какой-то диск, вот так подставляется сюда валик. Валик точно так же крутится, и потом надо перерасчет его, ну, делать, и тогда можно вычислить как бы длину. Длину, и по длине тогда вычислить обороты. Все это, значит, ТЧ-10Р модель его, еще с советских времен. Механический, не требует никаких ни батареек, ничего, работает отлично. Следующее видео будет, как я мерил обороты на своей циркулярке, фуганке. Все, сегодня спасибо всем за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки и до новых встреч.